Концентрація жіночої краси у нашій студії просто зараз зашкалює. І давайте вже ж, кажи, Таран. Ох, Максим мені дозволив, я вам скажу. І привітаю нашу вишеньку на торті, тому що вона дійсно така рожевенька, смачненька тут. Але це не просто так. Одразу ми дивимося кліп, а потім вже познайомимо вас з нашою ранковою гостею і покажемо, і розкажемо усе про її творчість. Проте давай вже ми скажемо, хто нас сьогодні. Давай не будемо відтягувати, давай просто скажемо. Яцута. Раз, два, три. Яцута. Доброго ранку. Доброе утро всем. Привет. Доброго ранку. Так, ми тебе вітаємо. Тиждень назад була прем'єра. Да. Так, розкажи, будь ласка, як народилася ідея створення такого кліпу і таких оригінальних образів? Очень хотелось чего-то необычного. Плюс я не только пою, я с самого детства танцую. И очень хотелось создать такую работу, в которой можно было бы показать, что я умею танцевать. Поэтому мы собрали огромное количество танцоров. Мы с ними всеми очень прекрасно знакомы, потому что, учитывая, что я с самого детства занимаюсь, у меня есть своя хореографическая студия. В общем, там принимали участие и мои ученики в том числе. В общем, мы создали такой вот классный, танцевальный, яркий клип. Клас. Клас, слухай, вражає, прям, ти знаєш, досить. У мене, знаєш, одразу такі запитання. От ми бачимо, що танцювальний колектив, одразу ми розуміємо, що це якась така хіп-хоп тематика, вулиця. Але де це знято? Мы снимали в Киеве. Так. То есть когда подумали, где, что, как это может выглядеть, вот захотелось чего-то такого чуть-чуть андеграунда, да, какого-то, вот чтобы было необычно. Поехали и нашли такую локацию. Здесь, в Киеве, чуть-чуть дальше от Киева, не прямо в центре Киева. Вот, и все, собственно, решили за один день. Ты нам потом сдашь все явки и пароли, я сподіваюсь. Так, домовились. Ти скажи мені, будь ласка, от ти як давно ти стала співачкою? Ну, співачкою з самого дитинства. Паралельно з танцями? Да, з 3 лет меня мама отдала в коллектив. Да, я была очень маленькая, она меня отдала на хореографию и на вокал. И вот с самого маленького вот такого вот возраста я росла. Ну, параллельно я заканчивала медицинскую академию, потому что мои родители считали, что все-таки вокал и хореография — это не есть основная специальность. Но при этом я все равно продолжала стоять на своем. Вот я на стипендию снимала зал хореографический. Вот. Самые первые мои там какие-то ученики были, и потом это все переросло в большую студию. И обычно сначала становятся популярными, потом открывают свою школу. У меня все получилось совершенно наоборот. Да. И в процессе деятельности мы много ездили, сотрудничали и с концертами. В концертах больших работали, с артистами в том числе. Я познакомилась с автором и композитором Дмитрием Сусоевым. Вот, и он предложил выйти на сцену самостоятельно. И вот уже в таком возрасте, год назад состоялась у нас премьера альбома. И все пока. Очень хорошо получается. Слухай, а ось мені ще цікавий момент. Ти кажеш, що ви збирали танцівників. У тебе є своя школа. Чи є в планах свою школу залучити в свої кліпи? Да, конечно. Мне очень хотелось бы, чтобы мои ученики принимали участие активное, потому что они очень много ездят, они принимают участие не только со мной, они работают и с другими артистами. Вот, поэтому, естественно, это все один большой цельный организм, в котором мы все существуем и творим. Клас. Ти знаєш, от зараз я шкодую, що я не танцюю. Чому? Ну, типу, я б з радістю прийшов би на заняття. Нам треба вирішити це питання. У нас, Максима, треба забрати на заняття. У вас є студія. Ми з удовольствием. Так. Приходіть, ми навчимо. Таран, бачиш, як ми скористалися службовим становищем. Все, що хочете. Слухай, круто. Тепер важливе питання. Прям важливе. У кожного артиста є своя армія шанувальників і є своя армія хейту. Скажи, як ти ставишся до хейту? Прекрасно. Вау. Так. Почему? Отвечу на вопрос. Потому что чем больше негативных комментариев, тем ты можешь как бы провести достаточно хороший анализ, что нужно, может быть, поправить и изменить. Я не тот артист, который говорит: вот вы говорите, вы не правы. Вот я вот такая, и миритесь с этим. Я все-таки анализирую, хотелось бы понимать, что, почему, как, откуда, потому что каждое человеческое мнение, оно все равно имеет значение. Конечно, больше хороших комментариев, намного больше. Это достаточно мало. Вот. Но все равно к этим людям тоже нужно прислушиваться. Говорить, что я обращаю на это очень сильное внимание, и как-то это меня цепляет внутри, но честно, нет. Все, оце найголовніше, що я хотів зрозуміти. Да. Чи чіпляє воно от на шляху до своєї цілі? Ні. А ось мені ще цікавий момент саме того, що от як відбувається створення композиції. Одразу з'являється хореографія під якийсь біт, так? А потім вже ви там починаєте розуміти, про що можна співати. Чи це з'являється пісня, а потім з'являється хореографія? Ні, звісно. Спочатку з'являється пісня, спочатку з'являється ідея, чувства, емоції, а потім вже створюється хореографія. Тобто перше – це пісня, дальше это хореографія. А от цікавий момент. Чи плануєте ви створювати вокальну композицію з якимись іншими співаками, таку колаборацію, наприклад? Чи думали вже, з ким би можна було це зробити? І чоловік це чи дівчина? Очень плотно сейчас над этим задумываемся. Есть даже сейчас композиция, которая рассмотрена как вариант дуэтной песни, но нет сейчас пока что четкого понимания все-таки, чего хотелось бы. Но, наверное, мне больше хотелось бы с парнем посотрудничать. Да. Я не співаю, але я можу бути класним менеджером. Ну, тобі може дати мікрофончик, знаєш, і під мінусовочку, під плюс, щоб ти поспівав, так. Але якщо ми говоримо про хлопців, наприклад, то сучасної естради, сучасних вокалістів, от, ну, був би, на вашу думку, непоганим дуетом з вами? Это сложный вопрос. Ну, можливо, так, знаете, вы же сидели там, думали, давайте так скажем, с кем бы я мечтала поработать на сцене. Но, естественно, с Димой Монатиком я бы мечтала поработать на сцене. Так, а я хочу повернутися до твоєї творчої особистості. Скажи, Ян, що тебе надихає в житті на творчість? Это, в первую очередь, моя семья, потому что я мама двоих прекрасных детей, у меня есть замечательный муж. Мама, да. У меня сыну 8 лет, дочери 2 года. Вот. И это самое большое мое вдохновение, вот прям вдохновение номер один. Это любовь и семья. И, конечно же, еще дети, которые занимаются в студии, потому что они приходят так же, как и я, со своих 3 лет, и растут, растут, растут. Поэтому это мое... Я не делю никогда, что вот это моя семья, а это не моя семья. Это все моя единая семья, которая очень сильно меня вдохновляет и ведет максимально вперед. Так, одне уточнювальне запитаннячко. Скажи, будь ласка, ти розділяєш, наприклад, ось я, Яна, хореограф, мама і дружина, і ось я, Яцута, співачка. Чи тут є певне таке один на одного? Конечно, когда я нахожусь в студии, я руководитель. Когда я нахожусь на сцене, я артист, поэтому это четкое разделение, и между собой мы соприкасаемся только в том случае, если это какая-то совместная работа, і ми виходимо всі вместе на сцену. А мене цікавить момент того, що от є свої діти, є діти, якби теж свої, яких виховуєш, є чоловік, є творча кар'єра. Енергія звідки береться? Як ти поповнюєшся? Як тебе на все вистачає? Это вот всегда об этом спрашивают, но для меня это удивительный вопрос, потому что человек, который занимается тем делом, которое он любит, это автоматически превращается не в работу, это не рутина ежедневная. То есть это то, что приносит удовольствие. То есть это такой вот замкнутый, но приятный круг. Класс. Ну, прекрасна, знаєш, така прекрасна фінальна нотка. Давай на завершення глядачам щось побажай. Ну, самое главное, чего сейчас хочется для всех, это в первую очередь здоровье. Здоровье и энергии. А еще самое главное – любви. Дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що далі матеріал, який ми будемо вам дарувати, буде не менш цікавим і таким самим актуальним. Ми робимо усе можливе, аби якість вашого життя з кожним нашим інтерв'ю покращувалась. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, приємні коментарі пишемо і покращуємо своє життя. We'll be right back.